Ну, 8 марта женщины все хотят цветы, шампанское, конфет. И чтобы их никто не трогал. Можно колечки. Максимум. Все. Я больше ничего не хочу. Можно селедку горячую копчить. Мне кажется, девушки хотят цветов, конфет, банального мужского внимания, а не машины, деньги и дома. Мне уже много не надо. Не, ну, я любому подарку рада, спасибо. Бриллианты. Мирного неба. Оно сейчас актуально, как никогда. Чтобы живы были наши мужчины, наши дети, наши отцы. Чтобы наши дети росли в мире и пореже видели то, что творится вокруг неподобства. Ну и чтобы в каждой семье было благополучие, каждый был здоров и счастлив по-своему, как он сам понимает. Девушки на 8 марта хотят любимого мужчину рядом. Так же самое цветов, шампанского. И, наверное, какой-то тушки мяса. Ну, цветы – это само собой. Я бы хотела что-то материальное, что-то из украшений. Вот. Может быть, новый кошелек. Объясню, почему. Потому что у меня недавно в Киеве просто его вытащили, украли. Мне не хватает этого аксессуара сегодня, поэтому я жду от мужа подарок на 8 марта – новый кошелек. Новую высокооплачиваемую работу, которая будет доставлять мне удовольствие. Для меня 8 марта это больше весенний праздник, как вот больше хочется чего-то вот весеннего, что-то ощущение, что наконец-то зима закончилась, наконец-то весна, ну как-то так вот, ну что больше хочется цветов именно. Какие-то подарки, ну это, ну кому-то хочется, пусть дарят, пусть принимают и хотят. Как по мне, это весна, это просто весенний праздник больше, чем женский. Всем мира, добра, счастья и благополучия. А нашим женщинам вечной любви, красоты, уважения. Ну, чтобы нас баловали, нежели и холили, и лелеяли.